на котором размещены не беговые дорожки, а поставлены два вот таких соревновательных настила или как там комплекта. Вот абсолютно удобно. Наборы для женщин и для мужчин. Царство, гимнастическое царство. Он так гордится этим. И за Девятовского болел вчера, ну, до бессознания. Вот он элегантный, очень элегантный, легкий, но еще юный гимнаст. Поэтому вот как жалко, я его похвалила рано, наверное. Ну вот, вот в чем и проблема наших ребят, что они не могут от начала до конца, к сожалению, довести. А как вы полагаете, вообще говоря, наш максимализм, да, связанный с тем, что вот вы там придумываете все, элементы, что угодно, а мы все равно будем все командными гимнастами и многоборцами. Вот в сердцах юных не притупляет желание умирать на тренировках? Вот мы, вот, собственно, вот этим мальчикам, да, мы и показываем кубки, этапы, да, Кубка мира на НТВ+, где они видят, что Сильвестр Ксолани, не подходя к пяти остальным снарядам на кольцах, замечательно себя чувствует. То же самое Урцика конь и еще ряд примеров подобного толка. Ну, вот я просто пытаюсь понимать, представить себе некий стимул молодому человеку доказать, что вот нужно быть многоборцем. Согласитесь, и шанс повторить путь Алексея Немова очень невелик. Ох, как невелик. Как любого, абсолютно, как любого чемпиона шанс у каждого невелик. Но если вообще так вот уже...